пропоную зараз ще з точки зору медицини поглянути на карантинні обмеження. У нас на зв'язку є Андрій Волянський, лікар-імунолог, доктор медичних наук. Долучимо до ефіру. Пане Андрію, вам доброго здоров'я. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки виправдані жорсткі карантинні обмеження, які там зараз хочуть запровадити і уряд, якщо більшість, навіть 50% областей перейдуть в червону зону? Чи, можливо, варто цього не чекати, а вже переходити туди? Що ви скажете? Російською мовою. Ну, ми бачимо, що вже некоторі регіони йдуть на усилення ограничительных мероприятий. Но я и говорил и ранее, и говорю сейчас. То есть нужно защищать группы риска, потому что локдауны, они, безусловно, губительны для экономики, они вредны для психики людей. И все-таки мы не получаем реальный результат. Люди болеют и умирают. И мы видим сейчас, что в Украине идет значительный рост количества заболевших, и это уже реализуется в увеличении количества летальных исходов. То есть я понимаю, что, к сожалению, вот эти сегодняшние 260 или около этого в сутки летальных исходов и по опыту Польши в ближайшие дни может быть и 300, и 400 летальных исходов. То есть, скорее всего, без локдауна в этой ситуации не обойтись. Но мне кажется, что более важны адресные мероприятия. Это вакцинация пожилых, это защита пожилых. Пане Андрію, на вашу думку, взагалі, наскільки ми на сьогоднішній день можемо довіряти статистики, тому що ми розуміємо, що статистика береться з офіційних тестів, які здає людина, офіційних результатів, потім збирається. Але ж багато в нашій країні є таких людей, які не можуть до клініки доїхати, кажуть, ну, нехай я переболію. Тих самих людей похилого віку, яких нікого немає, вони можуть себе вдома хворіти. Наскільки взагалі статистика офіційна може відрізнятися від реальної? Возможно, я удивлю вас, но я думаю, что по количеству заболевших у нас данные занижены примерно в 5 раз. То есть не 1,5 миллиона, а где-то порядка 10 миллионов, а возможно и больше, уже инфицировано. Потому что те исследования, которые проводятся на наличие антител, и я, к слову, их тоже провожу, они показывают, что где-то до 40%, а в некоторых локациях или выборках и более уже инфицировано. То есть вот эта цифра 1,5 миллиона, она абсолютно некорректна на сегодняшний день. Но, к сожалению, даже количество летальных исходов – это заниженная цифра. Если помните, то в конце года по данным от Министерства здравоохранения было около 18 тысяч, а по данным нашего государственного статистического управления было где-то 21 тысяча. То есть уже было расхождение в 3 тысячи летальных исходов. Я понимаю, что оно сейчас еще более нарастает, и помимо летальных исходов, которые связаны с COVID, есть еще дополнительные смерти, которые не попадают в COVID, и их очень много. Вот опять же, по итогам 2020 года около 40 тысяч – это избыточная летальность в Украине. Зрозуміло. Пане Андрію, дякую, що знайшли час вийти в наш ефір. Андрій Волянський, лікар-імунолог, доктор медичних наук, був з нами зараз на прямому зв'язку.